Наш проект называется «Креативное пространство Smart House», и мы пришли к нему довольно быстро, потому что сразу поняли, что в Гусеве есть проблема человеческого капитала, интеллектуального, и нужно развивать творческие способности жителей города, поэтому взяли, и наш проект направлен на формирование комьюнити в городе. Мы все довольны результатами, потому что работа провелась очень такая массивная. Мы трудились все дни, которые были в нашем распоряжении, и сейчас можем видеть реакцию экспертов, наших коллег, и нам кажется, что она более чем положительная. Летняя школа была очень полезна для нас всех. Я думаю, у нас собралась такая междисциплинарная команда. Кроме того, что мы получали знания от экспертов, мы еще друг друга немножко дополняли и чему-то научили. На самом деле, самое положительное впечатление нас и в Технополисе, и в администрации Гусева приняли очень радушно. Провели большое количество экскурсий вот в Технополисе по заводам, в администрации по самому городу. И даже некоторые экскурсии, они были не запланированы, но администрации хотелось показать нам город, и они показали, и мы безумно благодарны. Все было замечательно, спасибо огромное. Я думаю, что не только я, но и все, в принципе, получили только положительные эмоции, никаких отрицательных вообще, в принципе, я думаю, даже не должно было происходить. Во-первых, очень хорошо, что нашлась такая команда, как наша, потому что мы все сдружились, общий интерес, он у нас объединил, и получился, ну, как мы думаем, хороший проект. Вот хотелось бы, чтобы участники из Москвы переехали, и мы все вместе делали наш проект.